43 лет он стал самым молодым американцем, когда-либо избранным на пост президента. Мир узнал Джона Кеннеди за его личность и политику. В молодости Джон Кеннеди стремился хорошо провести время, а не получить хорошие отметки. Во время Второй мировой войны он служил на патрульном торпедном катере, а после окончания войны его избрали в Конгресс, когда ему было всего 29 лет. В Вашингтоне он познакомился и женился на робком фотографе Джеки Бувье. Джон Кеннеди был на пути в Белый дом. Тысячи дней его счастья начались с оптимистической инаугурационной речи. Не спрашивайте, что страна может сделать для вас. Спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны. Стоял 1960 год. Мир был доволен оптимизмом новой первой семьи. Но у счастья были свои приливы и отливы. Кеннеди добился успеха при прикословии Советскому Союзу во время кубинского ракетного кризиса, но он потерпел поражение при вторжении в заливе Кочинос. Он поддерживал в стране оптимизм по отношению к будущему до Далласа. 22 ноября 1963 года. «Мне кажется, что-то произошло на автостраде. Я повторяю, кажется, что-то произошло на автостраде». Президент мертв. Счастье закончилось, когда маленький мальчик по имени Джон Джон отдал отцу последнюю честь. Джон Фицджеральд Кеннеди. Воспоминания 20 века.